Приветствую вас, Дмитрий. Ну, вам для начала надо, на мой взгляд, ответить на вопрос, как быть, чтобы что вы хотите. Я к тому, что нужна цель. То есть отношения с женщиной можно гармонизировать при желании. В себе, в принципе, тоже можно разобраться при желании. Как мне кажется, особых проблем в этом быть не должно. Вопрос заключается в том, чего вы хотите. Проблема доверия. Это проблема, конечно, чисто ваша, потому что доверять кому-то из людей, ну вообще любого человека, не самая лучшая идея, нужно доверять себе. Если вы доверяете себе, то вам легко доверять и другим людям, потому что другие люди не могут вам ничего сделать. Ну потому что вы на них не полагаетесь, вы достаточно независимо. Получается, себя ведете. В вашем же случае получается, что у вас есть некоторые ожидания от человека. Человек эти ожидания не оправдывает. И в итоге вам становится, ну, не совсем по себе, скажем так, да? Вот. В чем, собственно, и проблема. Поэтому здесь я бы, значит, поработал бы в первую очередь с вашими ожиданиями. Я бы здесь поработал бы с вашими потребностями, вот в том, вот, ну, например, потребности какие, да, чего вы хотите. Например, от человека. Вот. Что вам нужно от человека? Как вас, соответственно, задевает то, что человек делает, например. Вот. То есть это все достаточно важный момент, на который вам имеет смысл обратить свое внимание. Если на это не обращать внимания, то вы вредите и себе, и, я надеюсь, очевидно, другому человеку тоже. Мне хочется верить, что вы этого не хотите. Вот. Итак, вы пишете: недавно, месяц назад, завелись отношения с одной прелестной дамой, которая меня остынет чувство заботы и принятия рядом, так она за короткий срок подорвала мое доверие к ней. Ну, здесь вы, скорее всего, говорите про свою неуверенность в себе, вот. Скорее всего. То есть вы здесь, скорее всего, говорите о, значит, том, что вас это задевает, как-то, ну,
ситуация с этой татуировкой, она выставляет на показ какие-то ваши слабости, которые вы пытаетесь скрыть. Вот, а вы это рационализируете в доверие. Сейчас. То есть это уход от реальности. Побеседовал с ней, она хочет, чтобы мы были дальше, я согласился, но спустя сутки ощущаю, что что-то не так. Ну а для чего она хочет, чтобы мы были вместе? На что именно вы согласились? У меня имеется проблема с доверием, да, потому что вы не принимаете себя, и вам нужен человек, чтобы корректировать свои представления о себе. Но за последний год я начал более быть открытым и хоть немного иметь доверия, никогда в жизни такой короткий период времени никто не подорвал мое доверие столько раз. Ну, это вопрос исключительно ваших ожиданий и вашего выбора человека. А также непринятие полностью партнера, что как бы намекает, а подходит ли этот человек вам для отношений, если то, что он делает, не принимается вами. Возникает еще вопрос, для чего вам в таком случае отношения вообще? На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.